Работа с деревом и различными механизмами ученику Лесногородской школы Дмитрию знакома с 10 лет. Недавно он одержал победу на региональном чемпионате «Молодые профессионалы Московской области» по компетенции «Столярное дело». И это далеко не первое достижение юного мастера. Такой работой можно назвать как раз-таки часы, которые находятся сзади нас. Они были одной из сложнейших работ моих для Всероссийской олимпиады школьников по технологии. И, соответственно, они мне крайне запали в душу. И даже как-то продавать их или что-то делать с ними не хочется. Разметка, обработка, точность сборки, а еще технологическая документация и презентация. На конкурсах все по регламенту. Ну а дома юный мастер дает волю фантазии. Новые идеи рождаются прямо в мастерской. Они получаются в процессе работы. Делаешь какое-то, например, заказы и как-то подчерпываешь идеи и дальше развиваешь направление, которое запало в душу. А в конкурсы я хотел бы уже в следующем году или через год участвовать в взрослой компетенции WorldSkills по столярному делу. Дмитрий уверен, что главное – это терпение и труд. Так учил его отец, мастер столярного дела. Сейчас юноша готовится к Всероссийской олимпиаде школьников, разрабатывает кинетическую скульптуру. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».